Нам стоит пойти домой. Раз его жизни не угрожает опасность, так может всем остальным стоит немного выспаться? Завтра же в школу. И вам всем надо вновь начать заботиться о собственных жизнях. Кому-то все равно нужно остаться. Я останусь. Оценки у меня нормальные. Даже несмотря на пропуски. А вот у меня наоборот. Ребята, идите. Нет. Если что-то произойдет, сразу сообщи. Мне все это еще не нравится. Я никуда не пойду. Ладно, только потому, что ты сильнее. Тогда кто-то должен мне объяснить все эти конспекты Лидии, потому что я ничего из этого не понимаю. Ладно. Это Лидия писала? Да. А что не так? Это не математика. Я не могу просто взять и включить это. Я не такая, как вы. У меня нет когтей, светящихся глаз или суперобоняния. У меня есть только голоса, звенящие в моей голове.